Лыжные штаны, куртки, взрослые, детские, Швейцария. 20 килограмм. Микс брендов. Хорошего качества. Наполнение мешка богатое. Размер М. Сейчас вы сами в этом можете убедиться. Видите, вообще нету никаких видимых повреждений, износа, еще каких-то запачканных мест. Так, 36 размер. L. Helly Hands. Очень известный бренд. Так, как капюшон-то пристегнулся. Он даже прячется вот так вот. Представляете? Вообще очень классная куртка. Размер XL. Немножко вот есть уже испачканный немножко так. Но в целом куртка вообще очень здоровская. Если смотреть вот на такие моменты, то вообще очень хорошая вещь. Размер 52. Аквастоп у них идет, пропитка. Водонепроницаемой мембраной, дышащая. Также штаны. Размер М. Так вот, по сути, тут можно даже костюм собрать. Красная куртка, красные штаны. Размер S. Штаны вообще очень здоровские. Вот, сами посмотрите. Видите, без катушков. Без видимых повреждений. Вот замки. Краска не облезшая. Все в хорошем состоянии. Размер L. Тоже куртка, смотрите, вот просто вообще. Состояние. К нему вот можно штаны какие-нибудь тоже подобрать. 52 размер. H&M. 162 ростовка. 162. S. Crane.
На 10-12 лет курточка. 152 ростовка. Или XS, можно даже вот так. L. Штаны вот. Ростовка. Очень хорошая куртка. Вообще даже липучки, смотрите, не забитые ничем. Сто 16 ростовка. Их можно сделать с костюмом, вот с этим, вот с этой курткой, тоже ростовка 140, штаны 140, вот уже у вас комплект. Также можно подумать, как с остальными комплектами сделать. Быть может, у вас будут, если комплекты, они, соответственно, будут еще дороже. Себестоимость возрастает на товар, а мы вам продаем просто как за единицу. 44 размер. Аквастоп также. Куртка с мембраной, дышащая. Очень хорошего качества. Тридцать четвертый размер. Также там были вот такие варианты, которые можно было совместить. Получилось бы очень хороший комплект. Вот даже это можно совместить вот с этим. Ну, это 44-й, конечно, размер. Если поискать 34-й, это размер европейский, переводя на наш размер, надо 6 прибавлять. 38-й размер. Сто 76 ростовка, но это как эска, SXS, небольшой вот здесь вот брак, вот. Ну а так в целом штаны в очень хорошем состоянии, вот. Вот здесь вот немножко вот также с этой стороны, это затоптыш получается. А так в целом остальные все вещи в идеале. Размер S. Штаны. Крейн. Сейчас еще здесь посмотрим, как у него состояние. Состояние, как вы видите, вот идеальное. Вот. Немножко есть такие вот волны. Но в целом штаны вообще в очень добротном состоянии. Также с этой стороны покажу вам. Так, это у нас идет 's больше похож, вот. Износ вообще нет. Штаны прям довольно-таки хорошие. Вот заднюю часть вам продемонстрирую. Строчка только вот немножко.
размер LXL. Штаны как новые. Реально, прям вот смотрите. Может и правда новые. Тут даже резинка, она вообще просто вся четкая. Для вас показываем все, чтобы вы видели наполнение мешка и чтобы вы могли определиться с выбором. Вот. Это для вас играет большой плюс, так как мы стараемся уберечь вас от того, что может вам прийти, что вам может не понравиться. Очень крутая слепка. Первый раз такую вижу. Так, размер 42. Размер европейский. Переводя на наш размер, надо прибавлять 6. Очень крутая куртка. Да, очень хорошая. На этом все.